много по игре говорить не хочется. Большого удовлетворения игра не принесла. Приведу только один факт. Мы играли в три состава. При этом два состава умудрились проиграть по 0-1 в микроматче. Поэтому качество игры было не очень высокое в нашем исполнении. Но хорошо, что победили. Это, наверное, самое главное на сегодняшний день. Всех с победой.